Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон, мы продолжаем играть в Майнкрафт в новом сезоне. И, в принципе, ребята, сейчас я просто-напросто так подумал, ребята, что делать? Что осталось в этом сезоне? Что нам еще нужно сделать? И что мы не сможем сделать? По поводу The King'а, ребята, я... Воу. Ребят, по поводу The King'а, я даже не знаю, будем ли мы его убивать, потому что у меня просто нереальные лаги, я не знаю почему, поэтому, в принципе, не знаю. И даже, если бы не было лагов, я просто-напросто не представляю, как мы его убьем. Не то, что он нас убивает, он нам нифига не сносит, так как это бронька с мобзилы, да? Но суть в том, что он, мы просто, да, мы ему сносим, но как бы он потом начинает на нас быковать и как бы лезть вперед, да? И просто откидывать нас назад, что мы даже не успеваем у него какой-то ударить его. Поэтому, ребята, я не знаю, может мы, наверное, просто даже убьем его в гейм-моде, чтобы просто показать, что мы его убили, да и все. По поводу, ребята, что нам осталось делать, ну, по поводу пиксельмонов, да, мы прокачаем всех, ну, как наша цель была, да, мы прокачаем всех покемонов до 100 уровня. А по поводу, то, ну, как бы у нас цель была, да, 6 разных покемонов разных классов, и чтобы они были максимального уровня. Ну, как бы у нас есть разные, ну, то, что Аммонайт, да, я, наверное, все-таки Аммонайта выложу куда-то, а словлю какого-то другого, да, прокачаем его, да, и все. Сейчас, давайте пойдем все-таки поспим. Крипер, твою мать. Ладно. Лень вот это все чинить там. Так. Вот то, что, ребята, я думаю... Ну, да, боссов там некоторых добавили, как бы добавилось там несколько боссов, да, вот как бы с этой версии новой. Но, в принципе, я больше не вижу смысла что-то тут делать, но суть в том, что... О, новая шапочка. Или нет, уже есть. Суть в том, ребята, что как бы убьем мы финального босса, то есть не The King'а, а просто Эндер Дракона, да, и все. О, Дратини, офигеть. Или это Драгонейр. Ладно. В принципе, вот его мы убьем, да и все, ребята. Прокачаем покемонов, может The King'а в гейм-моде убьем, да и все, ребята. Я так думаю, что можно начинать какую-то новую сборку. Ребята, я читал все ваши комментарии, все, что вы писали про новые сборки. Давайте сначала вот что я думаю. Давайте все-таки пойдем на поиски Эндер Дракона, да и все. Сейчас я возьму вот эти штуки, сколько? 25 штук. Я думаю, нам, в принципе, их... Вполне хватит. 25 штук, это нормально. Пойдем мы на его поиски, да и все. Сейчас. Давайте в кого-то превратимся, чтобы полететь. И просто... Да ты ж... И просто узнать направление, куда нам нужно лететь. Так. Ага, в ту сторону. Ну что, ребята, полетели куда-то вот сюда. Ребята, смотрел я все ваши предложения, как бы, что вы писали по поводу сборок. Были там предложения Таймкрафт, да, Таймкрафт, я думаю, можно. Это, в принципе, прикольно, но я еще точно не знаю. По поводу там писали Хексит. Хексит, я вот так подумал, Хексит уже, ребята, многие играли. Хексит, конечно, прикольно, но уже многие видели вот эту сборку, да и все. Так. Да, вот сюда. По поводу Divine RPG, RPG тоже многие люди писали, что как бы эта сборка уже прошла, что как бы она была отличная, да, но тоже многие в нее играли, поэтому я даже, ребята, не знаю. Вот это такая очень прикольная сборка, можно сказать, но как бы уже я не вижу смысла что-то еще больше делать. По поводу какой-то сборки, я, ребята, даже не знаю. Ой, случайно два раза нажал. Не знаю даже, если честно, какую можно. И, ребята, если вы имеете желание, то можете еще писать какие-то свои предложения. Я посмотрю.
По поводу сборки, действительно, просто пишите, что вы бы хотели, какую сборку. Я читаю ваши комментарии, ребята, я посмотрю, какую сборку бы вы хотели. Устрою, наверное, голосование и просто-напросто потом выберем, какую сборку, да? О, это уже назад! Ребята, мы уже что, пролетели Эндер Дракона? Да ну нафиг. А сейчас назад пошло. То есть вот тут, да? Ребята, мы походу уже так нашли Эндер Дракона. Нифига себе. Что-то он близко как-то был. Как я понял, он просто-напросто вот тут уже под нами находится. Хм. Давай, давайте. Но то, что у нас кирка почти поломана, я просто-напросто не представляю почему. Приустановил версию, и вот такая кирка стала. Или она у нас уже такая была? Хрен ее знает. О! Охренеть, ребята. А мы нашли Эндер Драконов. А! Ну как бы не Эндер Дракона, да? Вот эту фигню, где он находится. А вот сейчас мы туда полетим. О, охренеть, ребята. Мы алмазы нашли. Я сейчас удивлюсь, если тут еще и фосил будет. Я просто сдурею. Если тут еще и фосил будет. Нет, походу фосила тут нету. Это какая вообще высота? 35-я. Да, фосила тут по идее... Нет, по идее он может быть, может. Это еще что такое? Ну, по идее, если это 35-я высота... Это... Охренеть! Нет, нет, нет! Как? Как мы нашли алтарь из Пиксельмона? Охренеть. Я сейчас... У меня сейчас хрен его знает, что это произойдет, ребята. Мы нашли алтарь с Пиксельмона. Забдуса. Я не знаю, что у меня за чувства. Какие-то смешанные. Не то, что непонятно, а просто охреневающиеся какие-то чувства. Как мы нашли, твою мать, алтарь с Пиксельмона? Как? Мало того, что это версия, где старая, там, где легендарные боссы спавнятся нормально, как бы, то есть они спавнятся в горах и вот этого всего, как бы алтари еще тут не нужны. А в Пиксельмоне, где я столько, не то что искал алтари, я просто не мог их найти, и мы просто-напросто ввели систему, что мы можем покупать алтари, и я не мог найти. А вот тут, где мне алтарь, в принципе, нафиг не нужен, где он не пашет, можно и так сказать, мы нашли алтарь. Охренеть, я просто сейчас дурею. Как мы его нашли, я не представляю, ребята. Ладно, не хочу я... Короче, идем мы сюда, да, и все. Охренеть. Да, не то что мда, а просто я не знаю, что сказать. Нашли алтарь. Давай, еще фосил, пожалуйста, удиви. Тут куча же гравия. Может, в принципе, я думаю, тут где-то все-таки есть фосил, но то, что как бы мы его не сможем найти, так как тут куча вот этого гравия, да. Ух ты, какой лут. Сейчас бы еще Adventure Dia. Ладно, это нам нафиг не нужно, ребята. Не будем мы вот это все собирать. Библиотека. Я что-то, знаете, такой иду и думаю, о, сейчас монстр на нас нападет. А то, что у нас меч на 500 дэмэйджа, это просто хрень, да? Да, у него вообще урона нету. Как мы вообще
кого-то убьем с его помощью. Вообще нереально. Вообще нереально. Алтарь найти там, где он нахфиг, можно сказать, не нужен. Там, где он не пашет. Найти алтарь. Я вообще не знаю, ребят. Я его никогда не находил. Я, в принципе, даже не знаю, как он выглядит. Но вот тут мы его нашли. Неизвестно каким боком, но мы его нашли, ребята. Охренеть. Сейчас бы еще найти конченого дракошу, где он вообще... Где вот этот портал, твою же мать. Что-то я вообще туплю. Но там ничего, ни хрена нету. Давайте сюда поднимемся, чё тут. Капут. Вот эти... Как его там? Разрушенные вот эти замки, да, вот это хрень полная, потому что вот этих разрушенных... А, или вот тут. Да, или нет. Это тут? Хрен его знает, если честно. Глов, ладно, это нам нафиг не нужно. Да там, в принципе, уже тут лут вообще никакой не нужен. Дайте нам портал в край, дойдите нафиг, да и все. По идее, я так думаю, чем ниже спускаться, тем... Ты чё тут забыл? Тем... И ты чё тут забыл? Тем вероятнее, что будет портал, или нет, или я ошибаюсь. Да я в курсе, что вы спавнитесь, заразы. Я вообще... Да... Ну, по идее, он где-то тут же должен быть, да? Ну, вот где-то... Хрен его знает где, если честно. Ух, еще вот этот портал сейчас искать, хрен его знает сколько. Лагучие факела. Да иди ты в жопу! Иди ты в жопу! Еще плюс 2 алтаря. 3 алтаря в одном месте. Удиви, давай еще штук 35. Нет, только 3 алтаря в одном месте. Да, нет, 5 алтарей в одном месте. Охренеть, 5 алтарей. Я просто дальше не буду катать. Нет, я хотел найти портал, но зато нашел еще 389 алтарей со спауном Молтреса. Сейчас я сюда покопаю. Нет, тут нету портала. А где же твою мать? О, нет, там тоже нету. Зато алтарь сейчас где-то попадется. Просто охренеть, ребята. Вот. Я вообще просто сейчас в шоке. Дайте мне портал, дойдите вы в жопу. В прямом смысле. Портал дайте. Да твою ж мать, ну где же тебя зарыли-то? Походу вот там. Или нет? Главное в лаву не бабахнуться. Походу вот тут. Где-то. Да, твою ж мать, чё-чё, до меня сразу не допёрло даже на карту посмотреть. Я же забыл, что карта тут же показывает вот эту хрень. На тебе, идите в попу. Ребята, давайте на этом закончим эту серию. Продолжим в следующем эпизоде. Ребята, еще раз, напишите те сборки, которые вы хотели бы больше всего видеть. Я проведу голосование и потом посмотрим, ребята. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока.